29-летняя Анна Иванова, утроила шикарное празднование двухлетия дочери. Звезда и маленькая Адриана надели схожие наряды. Певица и ее 36-летний супруг Павел Курьянов. Пашу, решили потратить большую сумму для того, чтобы обрадовать единственного ребенка. Торжество было обустроено в сказочном стиле. По залу, украшенному шарами, прогуливались принцессы. В углу стоял бьюти-бар для детского аквагрима. А гостей угощали воздушными пирожными и яркими леденцами. Исполнительница хита «Французский поцелуй» и ее дочь выбрали для торжества наряды в стиле Family Look. Поп-дива предстала в пудровом кружевном платье с глубоким декольте. Звезда собрала волосы в хвост и завела романтичные локоны. Певица сделала яркий макияж в бронзовых тонах. Артистка одела малышку Адриану в похожем стиле. Девочка блистала на празднике в кружевном брючном костюме и золотых сандаликах. Как и маме, малышки завели локоны и собрали волосы в высокий хвост. Виновница торжества появилась на празднике эффектно верхом на игрушечном пони. «Адрианочка, держись!» — сказала ей Ханна. Малышка уверенно расположилась в седле без посторонней поддержки и с интересом поворачивалась по сторонам. Приглашенные аниматоры проводили веселые игры с приглашенными более 20 детьми звездных подруг Ханны. «У нас просто невероятная красота!» — заверила певица. Малышка удивила родителей своими познаниями. Адриана научилась отличать марки дорогих автомобилей. Молодая мама похвасталась подтянутой фигурой. Звезда примерила сексуальный корсет. Ханна показала кадры летней фотосессии с дочерью. Певица снялась без бюстгальтера в ромашковом поле.